Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Покинуть Сицилию, пересечь океан и начать новую жизнь в Америке. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Американская мечта. Скорее уж, кошмар. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Да нет, быстрей, всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Вито, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты, мордой к стене! Ноги Мать. Расставить, руки на забор! Прости, Вито. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Здорово. Скалета! Хоя! Ай, блядь! Доля воровская, больно в мозгу. Ай! Было больно. Как я выжил. Идите в жопу! Идите в баню! Лучше снимите меня! Бля, неправильно звучало. Граната? Граната! Лови маслину. Ой, ебать. Чувак, прости, не хотел тебя убивать. Ой. А вас хотел, но не так жестоко. Запасаемся. Патрончики, патрончики, пацаны, это ж патроны. Ну вы чё? Чё, я один только за патроны готов отсасывать. Ну все, девочки, держите свои лямки от лифчика, потому что это пулемет! Вот там, понятно все. Все ясно, девочки. Девочки, заправляйтесь. Ну давай, ну кильни меня, давай, кильни. О, все ясно. Я это ты где-то на войне отстрелял. Приехал какой-то седой мужик на танке из Пасмос. Ну знаете, немножко стыдновато. Такой исход событий немножко стыдно мне. Микрофон! Нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска. Аж целый месяц, сука! Чтоб сюда доехать, тебе нужна была неделя. Или типа тут неделя не считается, типа, ну, типа, поездка туда-сюда. Ну, допустим. Вита! Я тут! О, пухляш! Эй,
спасением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Таксист. Унтер-таксист, походу. Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. По пивку! Поплыли! Я дома, родной мой город. Так снежно, так красиво. Приехали. Да, спасибо, сдачу не надо. Он бы тебе сдачу не дал. Пацаны, вы охуели? Хули вы кидаете снежками в мужика? Или в бабу? Хули вы кидаетесь в окно, короче? Что вам окошко-то сделало, бедное? Fast, 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 fast. Блять. Кто бросается там вазами? Привет, мамон! Встречай привет, своего мам. Героя с армии. Рита, Рита, сынок. Ты тут вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Ну, теперь увидела. Так, я опять в армию, мать. Как дела? Вот мы и поели. Теперь тебе можно отдохнуть. Твоя и поспать. Не... Как будет моя кровать? Мать? Удачи. Не понял нахуй. Дверь, ты что, быкуешь? Быкуешь на меня? Быкует. Ага, это моя кровать. Да, в натуре спать хочу. Спокойной ночи, ёпта. Иха, сучки! Слушайте свои панталоны. Ковбой идет в бой. Великий итальянский ковбой Вито Сколетто. А мне плевать. Простите. Не мне понял. Плевать. Эй, слышь, лысый. Ты что себе позволяешь, лысый? То, что ты лысый, значит, это не значит, что тебе все позволено. Ну все, лысый. Сейчас я тебе дам по твоему лысому дружку. И мой коронный... Нахуй! С ноги вилет. Я же сказал, что тебе по лысому твоему дам. Быстро! Вышь, лысый, сходи отсюда куда-нибудь. Что происходит, черт возьми? Прости нас, Витя. С лысым деремся. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Ебать! Черт! Если считать сейчас в рублях, то это дохуя! Тысяч... 20, наверное! Я не сильно разбираюсь, но... Хотя никаких 1020, там, наверное, больше нахер, 1200 нахер будет. Я не знаю экономику сейчас какую. Мы справимся как-нибудь. Как-нибудь справитесь. Я разберусь. Я тут с высу справился, а вы тут все. Спасибо. Уже ничего не сделаете. Береги себя. Да, великий ковбой Вито Сколетто справится. Надо нарыть две штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Да. Джо, ебать тебе пяткой, дай мне 2000 баксов. Простите, мэр, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Да вот он тут живет. На кой хрен тебе карта, по-твоему? О, здорово, надеюсь, ты в трусах? Нет, заходи, поговорим. Да, он в трусах, к счастью. Я подцепил этих тёлок по пути домой из бара. Я тебя знал. Так, девочки, пацаны, расчехляемся. Ну как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Да. Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги-неудачники. Точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. Да вообще, изи, полетели. Добро брат, пожаловать в Джузеппе. Залетел, закатил. Захотел красивых тел, вот все, там Вито куда... залетело. Ля-та-ра-та. Эй, Джузеппе, я тебе клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вито, мой давний друг.
Это Джузеппе. Ты меня, может быть, не знаешь, но я ковбой из Афганистана. Как говорится, служи, солдат, служи, родной. С твоей дамой спит другой. Так. Все, я понял, как отмечкой пользоваться. До встречи, Джузеппе. Да, спасибо, Джузеппе, спасибо, брат, спасибо, брат, братан, братишка, братан, братюнечка, братисичка. И... послед... Леха-муха. Я тебя понял. Раз и два. Во, какая цаца. Во, во. В угоне машины. Где? Ёб твою медь. Быстрей! Крути педаль, пока пизды не дали. Быстро, быстро! Валим, валим, валим на гелике. Большие города. Пустые поезда. Эй, привет, ты мальчик, лянь, какой лысик. Это я тебе не... Я тебе... Тьфу ты, блядь. Это я не тебя сейчас убил. Эй, я работаю. Рабочий человек всегда руки замарает. Блядь, у него теперь это... На спине черная поебота. Той же тряпкой, которой драешь туалет, а? Слесарюга. Засохни. Ты кто тут, санинспектор? Или ты дела делать приехал? Дела, конечно. Это мой друг Вита. Вита, это Майк Бруски. Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит. Рад знакомству, Вита. Мы с Вита давние друзья. Он только что вернулся из Европы, ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей. Да. Я за него ручаюсь. Ага, ладно. Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Мне нужны обычные машины. Нет. Такой роскошь. С каждой тачки получишь долю. Пригодяй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте. Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Ясно. Вита, слушай, сегодня мне нужен Вальтер Купе. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Каждый раз, когда еду по Хантерс, вижу одну такую у бара, вроде «Одинокая звезда» называется. Это же нигерский район. Буду там как прыщ на коленке. Слушай, ой, я тебя понял, все ясно. Придется нам теперь с неграми драться. Нас за расизм кикнут. Добрый день. Здрасте. Забор покрасьте. Нет, я не убил его из-за того, что он черный. Я его убил, потому что у него есть ружье. А это самое главное в моем деле. Потому что дробовик мне в деле понадобится. Подходим к машине. Ага, ясно. Здоров, нига. Блэк нига. Эй, ты что делаешь, мадафака? Я ворую твою белую машину. Ха! Жги! Жги быстрей! Едь! 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 Медь! Классно радио, кстати. Ай, доля воровская, такая нелюдская, отвалите от меня. Все, они едут еще за мной, твари. В баню идите. Белую. Хватит эти шутки российские, все, хватит. Хватит с меня таких российских шуток. Ребятки, привез я вашу эту тарантайку. Забираю ее скорее у вас из-за 100 морей и целую ее в колеса Е12 и... Ладно, не важно. Моя рифма на этом кончилась. Валим на полной скорости! Валим по всем фронтам! Валим на языке! Блядь! Я уже иду! Здорово! Ебать! Сидорович! Ты ли это? Ты с мафиозником! Сидорович! Это, как я понял, волк шустрый, хз, кто там у тебя? Дверь прикрой, тянет! Чё надо? Ну, я ищу мистера Папаларда. Да-да-да. А? Зачем? Меня зовут Вито Скалетто. Мой отец работал на него, а я ищу работу, вот и пришел сюда. Скалетто. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папаларда... Ой, спасибо, дядька! Ух ты ж, сука, пидорас жирный! Заставляет меня ящики тягать. Я что, для этого прослужил в армии, чтобы потом тягать гребаные ящики в гребаный грузовик? Я что, зря родину защищал? Звездец полный. Если хочешь настоящий давно денег, бы я так. Как раз есть дело. Ребята здесь в порту ну должны давай. Платить каждый месяц. Давай мне работу.
но половина чихать на него хотела. Сидор. Надо, чтобы их Сидорович. Кто-то расшевелил. Десятку с рылом. А если им не нужна стрижка? Ну, тогда тебе придется их переубедить. Понял. Понятно. А если кто-то поднимет шум? Взять деньги со стрижки, чтобы обстричь людей. Можно, но чтобы они могли после этого работать. Понял? Короче, я тебя понял. Потому Стив этим и не занимается. А, Стив? Да, босс. Собери не зато меньше он бэйбой смотрит. Нахрен он тебе нужен? Ты платишь ему деньги, а тебе бэйбой смотрит. Просто за прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Дай мне денег, я тут со всеми разберусь. Что скажешь? Изи. Да, уж это получше, чем таскать. Да, в натуре, погнали. Ну ладно, приступай. Рад, что ты решил одуматься. Вот именно, а то мне придется себя еще дерьмо выбивать. Опа. Здорово, Нига. Еще один Нига. Еще одного Нигу придется бить. Дерек собирает деньги за парикмахера. О, китаец. Слушай, кретин, я не в духе. Шел бы ты куда подальше, пока цел. Не выйдет. Дерек хочет денег. Дерек идет нахер. Что этот жиртрест мне сделает? Убьет? Эй, это ты сказал, не я. Ну так попробуй, ты уродец. Слышь, я красавчик, меня этот тот же самый жирный урод сказал. Ладно, я тебя сейчас выебал, дочищу. А целую мою туфлю, ублюдок. Было изи. У кого еще есть гребаные претензии насчет гребаной стрижки? В натуре! А вот и этот бухает тут уже. Бля, эй, а где мне ты вообще был? Я приехал сразу, как ты позвонил. Что происходит? Помнишь серьезных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Его зовут Генри Томасино. И, по-моему, дело будет серьезное. Чего, правда? Ну да. Это, что, правда? Хватит заниматься всякой ерундой. Звучит хайпово, слушай. Вот он идет. Ты меня заинтересовал. Смотри, чего не ляпни. Эй, Генри, как дела? Хай, Джо. Это он. Меня зовут Вито Скалетто. Рад познакомиться. Я хочу стать великим мафиозником. Как за себя самого. Доверяй полностью. Ну тогда слушай, у меня для вас есть одно дело. Я тебя слушаю, за хорошие деньги. Мне нужны талоны на бензин, их сейчас выдают мало, и они в цене. Ага. Где их возьмем? В управлении по регулированию цен. Это же федеральное агентство. Не слишком рискованно? То есть мне надо зайти, получается, куда-то в банк? Ну, это несложно. Ночью талоны хранят в сейфе, но ключи наверняка где-то неподалеку. У тебя там кто-то есть? Да, у одного из моих. Там сестра. Ага. Она нам поможет? Спроси ее сам. Ее зовут Мария Аньела. Вот вам адрес. Скажи от меня. А с сейфом что делать, если ключей Мария не будет? Ваши проблемы. Что ты, бля? Сколько платишь? За талоны ну, на ладно. 10 тысяч галлонов плачу 600 баксов. Ладно. Сколько? Нет, нет, 600? Вита пойдет один. За то, что на я про них тут внутрь. Может быть, там чуть ли 20 раз не вру. Конечно. 600 дай баксов. Пушку, не забудь прихватить. Я согласен. Найдите путь в музей. Дуй на девей. Старый мем, но пойдет. Дуй на девей. Я нашел путь. Вот он мой путь. Через окно. В туалет. Да, мне кажется, на кого-то не этот путь искали, но пойдет. Вскрываем сейф. Говори максимально тихо, потому что тут... Все по-скрытному. Типа. Но на самом деле, у меня просто горло болит. Да. Именно так. Быстрее, воруй все говно и валим отсюда. Да твою мать! Почему все не может быть по сценарию? Пацаны! Блин, нихера не видно, надо яркость прибавить. Так, думаю, теперь чуть-чуть всем будет все лучше видно. Не особенно. Так. Ай, не в ту сторону побежал. Вот я дебил. Я конченый, я конь. Я черный конь, лайф. Пошел нафиг, мусор поганый. Куда ушел? Я никому не разрешал уходить от меня. Ну что ж, теперь нам пора уходить отсюда как можно скорее, пока нам не дали пизды. Только вспомним, где выход. У меня вроде неправильно, это должен быть в туалет. Туалет, вот, все. Вот. Через окно вылазим на бой отсюда. Фух. Хорошо. Хорошечно. Все.
Мне нужен перерыв.